Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня будет просто нереальный пранк, потому что я прокачаю подписчика на одну, мать его, голду, на одну голду, просто представьте, как же это будет смешно. Мы посмотрим его реакцию, но в конце я его прокачаю по-нормальному, поэтому, ребята, смотрите до конца, без перемоток, приятного просмотра, ну а прямо сейчас я перехожу в дискорд к школьнику. 5 minutes later. Ну что же, а вот мы и зашли к этому школьнику. Ну шо, любитель халявы, ты тут? Да, я тут, здорово всем. Ну шо, братик, готов к прокачке? И на фамилия, представься по форме. Данил Чепушили, готов к прокачке. Данил Чепуха, готов к прокачке, братик, ну шо? Прямо сейчас я прокачаю. Как ты нужно такую сумму, брат? Только сядь лучше на стол, если ты стоишь, потому что там будет очень большая сумма. 1000, 2, 3. 1000, 2 или 3, правильно? Да, братик, не угадал, давай дальше. Еще предположение. Предполагай, предполагай, брат. Настя, как мы тебя прокачаем? 5000. Брат, близко, близко, близко. 7,5. Брат! Я тебя прокачаю на одну голду, брат. Мы подвигаем твою жирную веб-очку. Братик, на одну голду. Я уже задал твой аккаунт. Ну что, брат, ты готов к прокачке? Ты готов прямо сейчас. Мы сейчас тебе такой инвентарь накупим, ты просто обалдеешь. Переходим просто, брат. Брат, что ты думаешь по поводу вот этого дробаша? Ну, братик, ну замечательно, как тебе это, малышка, что скажешь? А почему на одну? Брат, ну кто наш учился, брат? Ну не повезло тебе, кому-то на 1000 голды, кому-то на 100 тысяч, а кому-то на 1 голду, брат. Бывает такое, понимаешь? Жизнь такая штука, не все бывает, как ты хочешь. Ты рад, можно, брат? Хотя бы на 1003. Сколько? Брат, не наглей, на 1 голду я сказал прокачивать, значит на 1. Ну что, братик, давай закупаться. Как тебе этот дробаш? Нормальный, пойдет? Пойдет? Я думаю, да. Пойдет. За 0,05 голды, то ты что? Уже это купил, понимаешь, насколько это красивый дробаш, уже это купил. Так, давай купим вот так вот. Все, братик, купили тебе дробаш, надеюсь, ты рад, надеюсь, ты доволен. Все, первый дробаш залетел на ура! Какая красивая эмочка, М40 Service Fair. Брат, ну неплохая малышка, да? Да. Давай, брат, апа, тоже покупаем. Ой, да ты шо, будешь самым крутым парнем в школе. Попал в прокачку кем-то ПК. Брат, пойдет, брат. Ну вообще, неплохая малышка, правильно? Да. Покупаем, да ты шо. Какой же классный у тебя инвентарь. Я уже хочу поиграть в новом аккаунте, брат. Блин, это просто трындец. G22 паттерн, обалдеть. Какой же это красивый скин. Брат, ну как тебе, неплохой по 10-бальной шкале? Ну, нормально, да. Брат, пойдет, берем, тоже купили. Так, брат, ой-ой-ой. Мы сейчас даже тебе купим, брат, одну комонку. За 0,13 LD, АКР-12 спиринг. Брат, АКР-12 спиринг, это очень красивый скин. Все киберспортсмены с ним играют. Я думаю, неплохой, правильно? Да ты шо, посмотри на эту девушку. MP45 Iron, брат, прям сейчас для тебя покупаю! Ну это прокачка говно. Что? Ты думаешь, я такой жестокий человек? Нет, брат, ты не угадал. Кента пока самый добрый человек в мире. Брат, сейчас будет нормальная прокачка. Просто я прячу у тебя экран, брат. Ты сейчас все увидишь. Я уже испугался. Брат, ну какие твои эмоции? Немного стерундили дал, да? Подумал тебе, ну, что Кент... честно говоря, да. 5 minutes later. Короче, ребята, я решил, что то, что я его пранкнул, это слишком мало. Прямо сейчас я куплю 10 боксов. Короче, братик, я прямо сейчас и показываю экран. 1, 2, 3, опа! Ну шо, родненький, смотри. Как тебе, братик? Теперь уже будет нормально прокачка. Ты совсем тупой. Кто совсем тупой? Фрик. Кто фрик? Не-не-не, брат, ты, пожалуйста, прояви уважение. Я думал, нормальная прокачка опять. Давай, прямо сейчас просто. За Данию и двор, бью в упор. Поехали, и Даня упадает. Даня, блин, комонка выпала, ё-моё. Да, ну что, давай, готов. На что буст сделан, говори. На что буст? Хоть на аркан уже. Давай, Дань, ну ничего, сейчас тебе повезет, брат, не расстраивайся. Давай, Дань, просто за всех мужиков. Так, ну-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 ну. Анка-монка, брат, тебе повезло, анка-монка. Обалдеть, у тебя уже инвентарь. Просто все девочки класса будут твои. Так, братик, идем дальше. Ну что, брат, еще раз сделать буст на комонке, или ты извинишься все-таки? Да мне уже все равно, прокачка говно, как и ты. Такая же тупая. Че? Еще. Не понял. Ты на кого батон крушишь? Ты берега, ты не путай, нормальная прокачка. Опа, комоночка выпала. Е, брат, ты рад? Очень. Ну, брат, ну так, давай, еще осталось 5 боксиков. Сейчас мы тебе соберем такой инвентарь, все в школе будут завидовать. АКР-12 урор! Не, ну ты хочешь сказать, что скин некрасивый, так честно скажи. Ну реально, что скажи, правильно? Он говно, как и эта прокачка. Слышишь, нормально прокачки! Не, ну ты сам напросился. Он сам напросился, мужики. Я беру...
эпик! Ой-ой-ой-ой-ой! Эпик выпал! Самый дорогой скин твоей прокачки! Эпик выпал! Обалдеть, вот это везунчик! Так, давай еще раз! Я делал буст аркан. Говори заклинание! Кен Чепушила, говно прокачка! Кто? Осуждаем! Если что, это все его фамилия! Так, поехали! МПСМ Торн! Брат, нормальный скин, будешь гонять, все на класс не будут завидовать. Ну что, брат, готов? Давай, 1, 2, 3! Скажи просто 2 любых слова. Прокачка, говно. Не, брат, ну нельзя такие слова говорить. Так. Ой-ой-ой. П90, у тебя же не было П90. Подождите, мы тебе собрали полноценный инвентарь. Ёханый бабай, вот эти повезло-то. Вот это шарно выпадало. Вот это да! Вот это тебе выпало! Обалдеть! Ёмпи! 45 пикселей в 2! Ты понимаешь, пикселей в 2, не СП1! О, ты куда ливнул? Блин, пацаны, он только что отключился от Дискорда. Надо ему сказать то, что это пранк, потому что он, походу, сейчас пошел плакать. Отвечаю, он реально пошел плакать. Все, ребят, давайте я его наберу и скажу то, что это был пранк. Алло, братан, включай вебку. Че ты хотел? Ты не думаешь, что Кента ПК, ну, насколько фрик? Я, может, фрик, брат, но не насколько. Прямо сейчас. Дружище, будет уже нормальная прокачка. На голду, на много голды. Брат, сколько голды хочешь? Давай, братик, 12 кей сейчас, хочешь? Ну, давай. Давай, братик, не приезжай, погнали. Ну что же, ты готов к прокачке, а? Я тебе уже не верю. Братан, смотри на голду, внимательно. Чё? Братик. Офигеть. Прямо сейчас ты заслужил, ты достоин. Извини, то, что я так жестко тебя пранковал, брат, все нормально, ты достоин. Прямо сейчас просто говори твои самые любимые кейсички. Что ты хочешь? Хочешь 3 фейбл? Давай 3 фейбл. Давай, брат, 3 фейбл. Дальше, что ты хочешь? Говори. 3 райвл. 3 райвл, без проблем, и 3 пар, правильно? Дай. Эдин Скорпион, правильно? Да. Ой, блин, ай да красавчик, Данька. И один рабочий скирпак, а вдруг еще крутые наклейки падут. Ну что, братик, давай начнем с тренду скирпака. Это уже нормально, прокачка, никакого обмана, агрессия. Все по честным, без обмана, у начальника Сулеймана. Ну что, родненький, ты готов? Прямо сейчас техника легкого пальца. Брат, смотри на мой палец. Ой-ой-ой-ой-ой. Брат, шевели пальцем, быстрее. Брат, быстрее. Мы приманиваем, рарки. Так, ну ладно, не фартануло, брат. Ты слышал поворку? Первый блинком, правильно? Ну это уже, ну она уже стоит сколько? Она уже стоит миллиард голды, брат, вот эта наклеечка. Это уже нормально, это уже не анкомонки, не комонки. Давай, брат, делай буст на перчаточки. Какие твои самые любимые перчатки? Признавайся, Дань. Панк. Давай, пранк. Давай, брат, за панка. Как же много всего прилетело. И выпала эмочка Китсуна. Брат, ну эмочка Китсуна тоже пойдет. Рарочка, красивая, симпатичная. Брат, пойдет или не пойдет? Скажи мне. Я вообще бомжом был. Все, брат, пойдет. Давай дальше. Скорпион кисечек. Смотри, я делаю буст раз, делаю буст два, делаю буст три. Попа подотри! Поехали, брат. Давай. Ой, блин! А, ну, слушай, ну это уже нормальный КР. С таким КРом уже не стыдно играть. Ну, согласись, это обычный нормальный КР, брат. Так, ну что, давай дальше, не расстраиваемся. Данька, брат, какой кейсичек ты хочешь? Выбирай любой. Вот какой ты скажешь, что ты... Давай Empire. Давай Empire, братик, давай Empire. Без буста или с бустом, как хочешь? Давай без. Да, без буста, без лишних слов, Empire кейсичек. Давай нам какие-то арканы, по-хорошему, ё-моё. Фомастенджер. Да у нас уже есть фомастенджер, нам прямо с бокса он выпал. Так, ну что, братик, готов прямо сейчас, смотри. Прямо в эту секунду. Прямо сейчас я делал буст раз. Я делал буст два. Я делал буст три. Я делал буст 4. Брат, ты готов или нет? Да, я готов. Скажи любое хорошее заклинание. Бабочка, выпади, кенту, спасибо за прокачку. Брат, пожалуйста, не, ну пока еще рано говорить, знаешь, типа там спасибо, не спасибо, потому что, если честно, пока что попадают скины так себе, рарочки. Брат, понимаешь, нам нужны легендарки как минимум, ну ничего страшного. Сейчас будет легендарочки, давай. 1, 2, 3, поехали. Ой, я чувствую, сейчас будет М40 Бивил. Ну ладно, это я плохо почувствовал, давай еще раз. Брат, думай про бабочку. Бабушка, давай, брат. Опять говно!
Ладно, брат, ничего страшного, ничего страшного. Еще 4 попытки, не расстраиваемся. Делаем буст раз, делаем буст два, делаем буст три. Просто скажи слово поехали. Поехали. Поехали, мужики, поехали. Даня сказал поехали, значит поехали. Опа, уже эпики пошли. То есть нормально, то есть вначале нам выпала рарка. Теперь эпик, сейчас должна легендарка выпасть. А потом уже аркана. Давай, просто за Даню, пожалуйста, кейсичек. Если ты любишь Даню, дай им. Блин, Дань, ну что тебе так не везет, я не знаю. Ты там никому дорогу не переходил в этом году? Мало ли там, не знаю, кому-то подножку подставил или еще что-то плохое сделал. Да, бабушку на велике сбил. Чего? Дань, наверное, если ты шутишь, ты чего, мужик? Так, ребят, Даня шутит, это все фамилия кого, брат? Кого фамилия? Верикана. Конечно, брат, открываем еще один фейбл. Опа-па-па-па. Блин, брат, ну что-то не везет. Что-то не везет. Что-то не везет. Так, давай еще раз, еще раз. Раз. Последний. Два. Три. Поехали, поехали. Думай про аркану. Красный цвет, я тебя люблю. Так, выпала легендарочка. Брат, смотри. Ты еще подумаешь, что Кена пока вообще полный жлоб, да? Чтоб издевался над тобой и все лишь на легендарка. Ну скажи честно, да? Ну, чуть-чуть, да. Брат, сейчас все-таки Новый год, я тебе сделаю чудо, брат. Я сейчас кое-что введу, не буду говорить что. И ты увидишь один приятный сюрприз у тебя в инвентаре. Брат, просто да, я понимаю, что тебе, ну реально, ну ни одной арканы даже не выпало, ну это же просто трындец. Так оставлять любимым подписчикам нельзя. Потом, поэтому, братишка, прямо сейчас просто посмотри на... Брат, с Новым годом! Ну что ж, уже подписчики, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал. Это была крутая топовая прокачка от Кента. С вами был Кента, пока и... Данил. И счастливый Данил. Всем удачи, всем пока.